К сожалению, мы не только не получили никакого внятного ответа на наше предложение, но и увидели обратные действия. А именно, киевскими властями был отдан официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий практически по всему периметру соприкосновения противоборствующих сторон. Ответственны те, кто отдают такие преступные приказы. Те люди, которые делают это, должны знать, что никакого другого способа решения подобных конфликтов, кроме мирных переговоров и средств политического характера, не существует.